Певица Тина Кароль поразила печальным видом на новом видеоролике. Так, в этот раз на новом видео, представленном в социальной сети Instagram на фан-аккаунте FanTina, звезда предстала в лаконичном наряде черного цвета и удивила необычным образом. Как известно, Кароль считают иконой стиля, поэтому каждый ее наряд бурно обсуждается в социальной сети. Только стало известно, что певица Тина Кароль принимает участие в съемках продолжения комедийного сериала «Вилыки-вуйки» про жизнь Гуцулов. По словам актера и креативного продюсера сериала Юрия Горбунова, в новых эпизодах появятся и другие звезды украинского шоу-бизнеса. Сразу после важной новости на фан-аккаунте ролик вызвал бурную реакцию в сети. Не обошлось и без упоминаний Дана Балана, с которым ей приписывали роман. «Наша милашка, но где же Дан, остался в прошлом, ну что за куколка? Наша любимая, такая милая. Бусинка наша, что же ты там ищешь? Тина и красивые машинки. Наше солнышко родное, любим навечно». До этого на фан-аккаунте Тины и на странице режиссера Дмитрия Манифеста были опубликованы кадры с соблазнительной Кароль, которую уже давно приписывают роман с артистом Даном Баланом. Поэтому каждый снимок знаменитости с коллегами-мужчинами подается бурным обсуждением. На представленном кадре Тина позировала в светлом костюме и сидя на красном мягком кресле. При этом звезда озорничает, показывает язык, в то время как сам Манифест стоит позади нее и, держась за голову, улыбается. «Когда мое присутствие не обязательно, ведь есть прекрасная Кароль», коротко и лаконично он подписал кадр мужчины у себя. На фан-аккаунте в Instagram поклонники оказались довольно красноречивы, такие милые фото им понравились. По их словам, Кароль выглядит просто фантастически.